Тем временем все, кто пока не получил положенные им средства гигиены, могут рассчитывать на денежную компенсацию. Сегодня средства на руках у половины из тех, кто покупал подгузники и пеленки для родных за свой счет. Выплаты в общей сложности составили 8 миллионов рублей. Средства фонд социального страхования возмещает в соответствии с теми ценами, по которым закупают товары для льготников. В зависимости от размера и вида памперсов, одна штука ведомства обходится от 16 до 40 рублей. Однако розничная стоимость этих средств в аптеках может быть в разы больше, а значит, компенсацию затрат нельзя назвать полной. Тем не менее, чтобы ее получить, необходимо предоставить фонд чеки. Подробную информацию о порядке выплат можно найти на сайте ведомства, его адрес вы видите на экране.